Вот такой системник подогнал подписчик. Сходил сегодня на почту, забрал. Еле донес 15 килограмм с блоком питания, наверное, все. 19. 3 18-сантиметровые вертушки снизу. 1 12 сверху. Материнская плата под углом 90 градусов вставляется. То есть холодный воздух забирается снизу, проходит через всю систему и выдувается сверху. Провода заходят через это отверстие. Проходит по желобу, здесь коннектится с аудиокартой, с видеокартой и с USB разъемами. И сверху все это накрывается вот такой вот крышкой. Вытащил все с компьютера, и того мы имеем GTX 1070 Ti, Jetstream, Transcend системы на 120 гигабайт, терабайтник SSD под игры, терабайтник HDD Western Digital, 500 гигабайтник HDD Western Digital, материнка MCI Z170 Gaming Pro, две плашки по 8 гигабайт и процессор i7-6700K. Здесь звуковая карта Creative X-Fi с передней панелью. Вот такая вот карточка, всем рекомендую. Правда, стоит она уже дороговато. Брал ее за 3500, сейчас она от 6000 на Авито. Очень хорошая игровая карта. Это такая интересная штука. Модуль Wi-Fi для контроллера Xbox 360. По сути, передняя панель от оригинального Xbox 360, от Горелого. Просто к ней припаяны провода. Запитывается она на материнскую плату. Принудительно ставятся на нее драйвера для контроллера Xbox 360. И обошлось мне это всего в 300 рублей с Горелого Xbox. А если брать оригинальный свисток под Windows, то это минимум 1500. Может, сейчас дороже. От этого вот сбитого с Горелого Xbox передняя панель. Джойстик прекрасно коннектится. Два джойстика, 3-4 джойстика. Без проблем. Схема в интернете есть на эту штуку. Минут 10 у меня заняла перепайка. Будем собирать. Ну вот, все собрал. На удивление, все с первого раза завелось, то есть никаких проблем нету. Вот такая вертикальная постановка. То есть продув вообще шикарный в этом корпусе должен быть. Никаких проблем с охлаждением. В принципе, можно даже вертушку с башни снять. Она и так будет продуваться. И сверху одевается вот такая вот крышка. И все. Провода заходят сзади в отверстие. Поставить полочку внизу, на полочку вторую плазму, под эту плазму. Компьютер слева, сабвуфер справа от второй плазмы. Вот так вот все это выглядит. Намного лучше, чем предыдущий ушатанный корпус древний. Хочу выразить благодарность своему подписчику Мише Макгиру за предоставленный системный блок по минимальной цене. Такие системники на Авито стоят от 10 тысяч до 20 тысяч. Мне он обошелся гораздо дешевле. Сумму называть не буду. Всего доброго.